Итак, вот наш универсальный измеритель объема. Тут примерно, ну, 4-5 объемов джека. Вот так вот. Джек! Друзья, приветствую вас. С вами Диман Круассан. И это вторая серия про погрузчик. Погрузчик, собственно, сейчас выглядит вот так. Но, как вы уже, наверное, поняли, серия не про сам погрузчик, а про ковш. Ковш у нас тоже уже готов. И ковш у нас челюстной, классный ковш. Мне очень понравился ковш. Мы его полностью смоделировали на компьютере, вырезали на лазере. И, собственно, я его сварил. Ну, не я, лично. Мне даже помогали. А погрузчик сейчас выглядит вот так, но об этом в следующей серии. А сегодня давайте про ковш. Вот он, родненький. Ковш большой получился. Вообще погрузчик у меня хоть и мини, но уже не мини. Ковш очень большой. Ширина 140, высота 75, ну, самая высокая часть. Значит, ковш сварен из четверки. Ну, то есть основной металл, вот четверка. Но он весь усилен. Так как это челюстной ковш, кто не понял, что такое челюстной ковш, да, вот эта часть, она вот так вот поднимается. Я вам чуть позже покажу. Поэтому как-то вот так. Вот его гидроцилиндры два. Значит, сразу по гидроцилиндрам, пока не забыл, значит, очень недорогие это гидроцилиндры. 2500 за штуку, по-моему, стоит, значит, 25 диаметр штока, 50 диаметр поршня, ход 320. Вот это практически полностью, ну, весь ход. Чуть-чуть тут запас еще остался вверх, вот, чтобы прижимало. Значит, весь ковш с четверки. Значит, приходится усиливать и эту часть, и вот эту заднюю часть у ковша, и вот эту переднюю часть у ковша, уже которая не открывается. Четверка. Здесь у нас лист приварен внизу, шестерка, то есть здесь десятка. Здесь у нас тоже десятка. Здесь у нас шестерка, по-моему, вот так вот, то есть усилено. Также на боковушках приварены вот такие вот усилители. Тут у нас гребешок такой приварен. Ну, мало ли там бревно какое поднять или еще что-то такое. Значит, пальчик, вот это, да, ось. Внутри сделана втулка диаметром 50, внутри 30. Шириной 60, по-моему, вот такая втулка. Пальц, то есть, естественно, на 30 с пресс-масленкой. У гидроцилиндра внутри ШС, то есть шарнирное соединение. То есть внутри такой подвижный шарик внутри. И он, в принципе, закаленный. И я его смазкой набил, и пальц, в принципе, смазывать не надо. Ну, раз в 5 лет его снять, смазать проблем нет. Вот, тут пальц у нас получается 25-й, да. В гидроцилиндре отверстие 25-е в ШС. Так, значит, пальчик вот крепится, видите, у нас как, да, вот так вот сделано ушко и болтик. Здесь вот нет, потому что нету места для ушка. Но вот сделано вот так, я думаю, просто здесь прихвачу, наверное, с одной стороны, и все, болгарка пильнул, палец снял, если надо. Вот, и вот эти все вот элементы, вот шайбы вот эти выточенные из 50-го кругляка. Сейчас я вам покажу, как все это вот делалось, хотя, наверное, я вам уже показываю. Так, очень много, ребята, тут было сварочных работ. Хоть все и вырезано было на лазере, но сварки достаточно долго. И вот сварка такая вещь, знаете, все стягивает. Вот смотрите, вот эта часть, вот, изначально была листом.
То есть здесь был просто лист. В процессе сварки, хоть мы и варили не постоянно, то есть, ну, непрерывно, да, то есть частями по кусочкам, все равно вот эту часть повело, она, короче, такая вся как гармонь стала. Вот. И жесткости тут особо не хватало. Поэтому срезали, и сюда вварен был профиль 40 на 60, по-моему, да, со стенкой 4. Вообще, друзья, этот ковш, если хотите, ну, то есть макет, чертежи для лазера, можете купить. Я думаю, 1000 за 1500 я вам могу его продать. Потому что мы еще внесем кое-какие коррективы в процессе. Вот. И так, доработаем. Ну, я вам сразу скажу, что в чертеже не будет вот этих вот полос, которые нужно усиливать здесь. Вот, потому что, ну, зачем их резать на лазере, если просто это полоса, которая продается. Просто полоса. Полоса тут же на 40, 40 на 4 полоса и 80 на 6 полоса. Вот. А пальцы и все остальное, ну, сами выточите уже на токарном станке. Вот. То есть тут будет полностью весь раскрой для лазера. Будут и вот эти гребенки, и вот эти усилители, и вообще весь ковш. И, наверное, даже приложим вот эти вот для пальцев фиксаторы. Ну, естественно, вот эта вся часть тоже есть. Она будет одним элементом, и вот ее просто надо будет согнуть посередине в какую-нибудь трубу. Вот. То есть никаких особо проблем. Вот эту часть, наверное, мы пофиксим, а может быть, на чертеже так и останется. Просто поменяйте ее на профиль. Хотя, может быть, у вас получится приварить, чтобы ничего не деформировалось. Вот эти цилиндры, кстати, продаются на Озоне. Проблем с ними нету. А, тут какой нюанс. Они есть двух видов, вот эти вот гидроцилиндры. Это вообще гидроцилиндр рулевого механизма на какой-то трактор. У меня, я не знаю, почему я не посмотрел, видать, у меня, значит, вход, ну, грубо говоря, если это вход у нас, да, вход был здесь, а выход был вон там, вот, у цилиндра. То есть, изначально отлив был и здесь, но просверлено было только вот сбоку. Мне неудобно сбоку, естественно, да, то есть, тут у нас ухо, крепление. Поэтому я просто взял, просверлил вот здесь вот и нарезал резьбу, здесь у нас М16 на 1,5. И с этим гидроцилиндром такая же тема, вот, смотрите, тоже здесь было сбоку, вот, теперь вот я тут тоже просверлил. Никаких проблем, самое главное, точно просверлить надо, вот. Так, ну что, давайте попробуем его открыть, это не так просто, как кажется, потому что, ну, гидроцилиндры у нас не подключены. Поэтому... Как-то вот так. Давайте попробуем подъемником это сделать, не знаю, как только. Вот так вот выглядит полное открытие ковша. Давайте опустим. В общем, без гидравлики, конечно, это садомаза заниматься этим, но главное было вам показать, насколько он широко открывается.
Все, друзья, спасибо. Вот такая вот серия. Ждите серию про стрелу. Будет интересно. Пока.